Всем привет! Перед вами модель под названием очень таким экзотическим FAEA F2 или F2S. Еще так эту модель называют. Заказали эту модель, так как хотели посмотреть, что же такого интересного в данном аппарате. Новостные сайты пестрят информацией о данной модели, а поэтому будем и мы разбираться, что же это такое. По характеристикам, конечно же, модель интересна и внешним видом, своим дизайном. Модель очень привлекательна. Вот такой вот у нас яркий, сочный дизайн. Дизайн в стиле HTC Butterfly. Есть вот такая вот красненькая кнопочка, и тут она есть. И в целом вот такой вот ободок еще. Значит, спереди у нас есть фронтальная камера, есть датчик освещенности, датчик приближения. Экран у нас очень такой темный. Это показатель того, что экран качественный, сочный, яркий. Снизу у нас на самом деле три кнопки. Вы видите, вы всего одну. А здесь у нас очень-очень не видно расположено меню «Домой» и кнопочка «Назад». С этого бока у нас качелька громкости, сверху разъем под наушники, с этого бока кнопка включения-выключения, снизу, естественно, микрофон и разъем под микро-USB. Задняя крышка у нас представлена в виде матового пластика. Камера есть, вспышка, 13-мегапиксельная камера, большая решетка под динамик, ну и заводская вот наклеечка, которую потом, когда начинаем пользоваться, можно, в принципе, отключать. Точнее, снимать. Телефон имеет хороший аккумулятор. Сейчас найдем, как же снимается у нас тут крышка. Как же она снимается здесь у нас? Скорее всего, да, вот так. Значит, тут у нас аккумулятор на 2300. Я обязательно в полном обзоре проверю, насколько ли честные это миллиампер часы. Работает смартфон с двумя стандартными большими симками и есть разъем под microSD карточку. В целом модель интересная. Full HD дисплей здесь, турбированный процессор MTK6589. Ну, то есть все его... этого смартфона, технические характеристики и производственные возможности мы обязательно посмотрим. А теперь давайте посмотрим комплектацию. В комплекте у нас поставляется вот такая вот штука, в которой располагается оригинальная пленка в данной модели. Также в комплекте у нас стандартно есть зарядка и USB кабель и различные инструкции для данной модели. В целом все, комплектацию, распаковочку я вам показал, внешний вид смартфона вы увидели, собрано все добротно, хотя на перегиб вот издаются небольшие такие потрескивания. В принципе, если его не шатать вот так вот сильно, то нормально смартфон собран, никаких люфтов нигде нету, сзади прорезиненная такая матовая крышка, а поэтому дизайн очень достойный и спереди шикарно модель выглядит. На этом все, спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, всего доброго!